Привет, друзья! С вами Саша из группы Мумитроль, и я поздравляю вас с выходом нашего нового альбома «После зла». Альбом писался на лос-анджелесской студии Electrovox Recordings. И помимо звукозаписывающего оборудования, на этой студии огромный склад, даже я бы сказал музей винтажных инструментов, синтезаторов, барабанов, гитар, каких-то там пианин, рояли, в общем, чего там только нет. Так вот, мы старались использовать все эти инструменты по максимуму. На некоторых из них даже непонятно было, как играть. В композиции «Солист» мы использовали три. Три музыкальных инструмента, о которых вы, скорее всего, раньше не слышали. Первый инструмент был изобретен в 1889 году во Франции. Несмотря на свое французское происхождение, называется он итальянским словом «челеста», что переводится как «небесный». По сути, если говорить простым языком, то это обычное пианино, но вместо струн у него установлены металлические пластины с резонаторами. То есть как бы смесь фортепиано и металлофона. Давайте послушаем, как звучит челеста в композиции «Солист». Помимо челесты мы использовали инструмент под названием омникорд. Омникорд изобрели в Японии, по-моему, в 80-х годах, в конце 80-х, если я не ошибаюсь, японская компания Suzuki. Ну, ты будешь рассказывать про омникорд? Чё пришел? Давай, иди отсюда. Так вот, омникорд — это электронный музыкальный инструмент. По сути, омникорд — это такие электронные гусли. Как они звучат, я сейчас вам покажу. Омникорд в песне «Солист» звучит вот таким вот образом. Дальше он играет вместе с роялем. Ну, а так как омникорд хоть и достаточно необычный инструмент, для нас он не является настолько экстравагантным, чтобы оставить его в чистом виде в композиции. Поэтому мы его продублировали вот таким вот инструментом. Я уверен, что среди наших зрителей немало экспертов относительно музыки, поэтому название этого инструмента я вам говорить не буду, а предлагаю вам угадать его ниже в комментариях. А на этом у меня все. С вами был Саша из группы Мумитроль. Увидимся после зла. Пока.